Меня зовут Романова Николь, я студентка второго курса, обучаюсь в факультете лесного комплекса и землеустройства в группе ЛА-22. Я приняла участие на 4-м молодежном фестивале «Мусустар» на треке «Добровольчество». В этом году прошла вторая ежегодная республиканская премия в сфере добровольчества «Доброволец Якутии», где было 12 номинаций. Я стала победителем одной из них, которая называлась «Открытие года». Я подала заявку на сайте Мусустар, где указала свой волонтерский опыт и свои достижения. На данную премию было подано свыше 150 заявок по всей республике, откуда отобрали лишь 36 участников, финалистов. В этом году призовой фонд был 40 тысяч на услуги полиграфии организациям и на получение ноутбука физическим лицам. Если вы будете собирать благодарственные письма, то у вас есть шанс получить повышенную стипендию в нашем университете по общественной деятельности. Это примерно 12-13 тысяч плюс к обычной стипендии. Хочу сказать спасибо организаторам премии «Добровольцы Якутии». Хочу призвать студентов быть активными и участвовать в подобных мероприятиях.